Свекровь недовольна, что мы были в отпуске, отдохнули, приехали домой. Очередное письмо подписчица. Мы с мужем приехали с отпуском домой, взяли столько гостиниц, подарков. Приезжаем домой, и свекровь странно себя ведет. Особо не здоровается, не хочет разговаривать. Ну, мы подумали, наверное, человек болеет, нет настроения. Я же в этот день... Даже если мы устали от отпуска, кстати, кто был в отпуске, тот знает, что после отпуска нужен еще отпуск. Не поленилась, поехала в супермаркет, набрала продуктов и начала готовить вкусный ужин. За ужином свекровь не стала спрашивать, как мы отдохнули, ничего особенного. Только были одни претензии, что вот скоро кредит, нужно оплачивать и тому подобное. Я встала и побежала за подарками, думала, хотя бы так ее обрадую. Мы ей купили очень классную сумочку, дорогая, кожаная. Я думала, она обрадуется. Она посмотрела, сказала спасибо, убрала в сторонку, встала и сказала, что пошла спать. На следующий день, когда я пошла в кухню, увидела, что коробка, где был наш подарок, до сих пор лежит, и она его не убрала. Мне было очень обидно, я сказала своему супругу, на что он, как всегда, мне сказал, не обращай внимания, у мамы нет настроения, через время она перестанет и начнет общаться. Скажите, пожалуйста, милые женщины, что я делаю не так, и как вы поступили бы вместо меня?